Ну, кто купаться? Не боишься? А, ну сейчас мама придет, тебя вынет. Иди купайся, мелкий. А, ну давай. А Дарина научилась без круга плавать. Честный ребенок. А я хотела маму удивить. Все, 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 Ева, иди гуляй. Все по бассейнам. Кто-то уже тенечек нашел. Лезь, лезь, лезь. Чем-то. Я закричала на собак, спросила их, а почему вы кричите? Они кричат, человек тонет, Зося, ты не можешь залезть в бассейн, что ли? Лапу такая свесила. Ага. Пузо не помещается. Хочу так же, да. По твоему размеру. Хорошо, куплю по своему размеру. У меня, кстати, есть, я промахнулась с размером, а один купила, пока огромный такой, для взрослых, похоже. Нет, для малышей и для взрослых.
Ну там прям такой огромный, для малышей не подойдет. Вдвоем не получится. Ну, почему вдвоем не получится? Ну, как в одну дырку-то вдвоем залезем? Да он же большой. Вот так залезем, вот так. Матрас, вот матрас у нас есть. Ты матрас положить можно? И на него все залезут. Спорим, что я в твой противные собачки. Идите гуляйте. Идите в свой бассейн. Дарина вас не пустит в свой бассейн. Хотят все к вам в бассейн. Так, а у них маленький. О. Точно, точно. А вот если тот купальник с этими штучками одеть, то, может быть, она сможет без круга в нем плавать? Нет, может быть. Он, по идее, же должен держать. Но я боюсь, что она может испугаться именно лечь на воду в нем, в пенопласте. Ну, попробуй. Что, уже взрослая же сейчас? Не хочу попробовать. Ты хочешь в среднюю группу же уже пошла? Ну, не хочу попробовать. Теперь я при каждом просто разговоре. Ну, я же вообще-то взрослая, я же в среднюю группу пошла. Угу. Сама тут ходила мусор выкидывать. А, но тут встал вопрос, а почему я? Я говорю, ну, так ты же взрослая, в среднюю группу же пошла. Говорю, иди кошек корми. Ну почему снова я? Ты же взрослая. 5, 6, 7, 8, 10 и 50 лап сделала уже. 50 раз кормила кошек, все. Все, больше типа не будешь их кормить. Да, больше не буду. Такая теплая, ходи. Замерзла? Вылезай. Пойдем к Бароше греться. Барончик там кайфует. Бароша там кис. Смотри, он живой? Да нет! Он живой! Смотри, ну, да. Мы его вытащили из воды, он живой, он шевелится. Ну-ка, прыгай давай. Прыгай! А вон туда его выпусти, где этот, как его. Сейчас он просохнет, саранча какая-то. Ой, а он опять в воду. Вон туда, где фильтр, вот туда его. Да, блин, за решетку. Да вот сюда, Кать. А, ну вот. Уф. Ой, как смешно сидит. Мам, ты меня учишь. Ты меня учишь, мам. Учи меня в воде что-нибудь делать. Да. Убирай руку, блин. Нет, вот так. Знаешь, как девушка Леша научила меня купаться? Как? Так, мам. Давай, я тебя придерживаю. Я не хочу. Давай, дыми. Все, я держу тебя.
двумя руками подсоку. Я так не буду плавать. Мама, ты круг будешь. Ты круга, я кругом. Я вылезаю, мам. Давай, вылезаем, и ты бери это, выбираешь. Вот, 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 вот,